Здравствуйте, уважаемые зрители. Решил я посмотреть несколько игр, а то все немножко поменялось, мне тяжело самому перестроиться. Много проигрываю, горю с этого. Давайте сразу на этого поставим красноволосого. Quick Supply против Cost Control. Ну, Cost Control гораздо сильнее. Ни хрена себе вулкан! Вулкан первым раундом. Че он продал там? Шары, что ли, продал? Господи, он продал шары, чтобы поставить вулкан первым раундом. В упор. А, он его потом продаст, да? Он сто пудов, кстати, продаст. Будет разводить папскими стратками. Не, ну первый раунд, конечно, без шансов для вот этого челика. Его просто этот вулканчик изнасилует. Да, у него дурацкой арты куча, которая ничего не делает. Ну, кстати, почти вулкан-то прибили. Шутки шутками. Может быть, даже несколько этих убьет. Может, вулкан добьет? Не, если вулкан добьет, то вообще нормально. Ну, слушайте. Так он сейчас еще и выиграет, лол. Синенький. Не, ну это все, это руин. Ну тут кост-контрол, я думал, что... А, вулкана же, короче, понерфили просто в салат. Он стал максимально помойным. Так, тут добавляется два фена. Но чел уже перестроился и поставил лодочку, да? Он потратил уже 300 монеток на открытие юнитов, которыми он не будет пользоваться, скорее всего. Ну, в смысле, которые типа ничего ему не дадут. Ну, короче, это полная фигня, что делает красный. То есть это может выглядеть как типа какая-то прикольная стратка, но по факту это, ну, бессмысленный дрочь. Да. Ну, типа, тут 4 фена и еще куча мяса. Ладно. Он выиграл на одном оверлорде. И чё, Оверлорд сейчас продается? Добавляется еще две пачки фенов, да? А куда еще он фенов поставил? Я что-то не посмотрел. С дальностью. А тут бомбардировка и уже вот две лодочки.
Ну, я боюсь, что одна пачка фена с дальностью все лодочки тут может грохнуть. А-а-а! Ой, понятно. Не, ну все, это грязь уже. Не, эти лодочки не выиграют. Тут, во-первых, они во рту будут стрелять эту дурацкую бесполезную. И в клыков. А фены с дальностью их просто изнасилуют. Все, ГГ. Ну, красный делает какую-то фигню бессмысленную, если честно. О, есть дальнобойный феникс. Ну, так себе карта, на самом деле, против... против оверлордиков. Вот это я не по... А-а-а! Все, я понял. Это, кстати, нормальный план. Так, что еще тут? Еще фена, да? Еще клыки. Так, призыв. А, джамп драйв взял. А, он типа будет по это самое сейчас вести их в вышку, да? Не знаю. Это выглядит как какая-то, знаете, слишком мудреная стратегия с форума, которая не должна сработать, в принципе. Потому что она слишком мудреная. Бум. Минус вышка просто. Да уж. Блин, вот эта фигня, короче, она просто капец руинит феном всю малину. Он теперь может проиграть лодочкам просто. Тупо. Потому что фены не достреливают до оверлорда. Тут дальность 110, а тут 135 всего. То есть оверлорд подлетает и убивает фены, короче. Бум. Ладно. Со вторым уровнем нормально. Ну, видимо, молодой человек красноволосый уже видел эти гомо-стратегии. Что там, нюка, наверное, да? Нет, он взял плюс 50. Я бы, наверное, щиты все-таки брал. Ну, я бы проиграл уже. Меня бы... я бы сгорел от этих лодочек. Ага, лодочки сюда, но это читаемо. Чел добавляет вулканчика с дальностью сюда. А ему еще два фена здесь нужно. Кстати, арта успеет выстрелить до этой фигни. Ага. Еще пачка клыков. Угу. Угу. Ясно, понятно. Щиты он поставил, чтобы арта на халяву их не самое не пахала.
Вулканы очень хороши, тут только эти тараканы несчастные, больше ничего нет. Как бы, давайте посмотрим на лодочки, пока лодочки. Ну, короче, красный, может, и играл какую-то стратегию, но она вот прям сразу не пошла, вот с первого раунда. А что сейчас делать? Ну, то есть, давайте посмотрим, что у него есть. У него есть тараканы, у него есть клыки без тех, без апгрейдов первого, все первого уровня. Три лодочки, которые, ну, типа, ничего не делают. Против него фены. Вулканы, которые все это дерьмо убивают. Вот он добавляет ос. Ну вот что должны тут сделать осы? Я не знаю. Осы должны сотворить какое-то чудо. Причем, даже если он пробревает вышку, это как бы ему ничего не дает. Тут просто пачка фенов, короче. Все подходы к вышке перекрыло. Удачи вашим лодочкам. А от потенциальных этих он тоже защитился. Просто на все деньги купил ракеты. Ну и, собственно, несчастные осы дохнут от клыков. Остальное дохнет от... вулканов. Как бы ГГ, все. Ну да. Очень странное дерьмо сыграл красный игрок. Это, видимо, какая-то стратка с форума, которая, ну, обречена на провал против игрока, который хоть что-то понимает в игре. О, инсайта заработали. Так, давайте еще какую-нибудь игру посмотрим. А, вот, Sunnyside. Против какого-то нубаса играет. Так, тут что, 6-й левел, нубас уже проиграл, да? Так, тут пачка Аркерри против пачки Аркерри. Ребята месят глину. Я понял. Тут что, снайпера какие-то шальные? Ну, с виду Аркерри побеждают. Бум. Да, арк уже 5-го левела, еще и с лазерным прицелом он тут все убьет. Тут еще какие-то шары 1-го левела и пачка кровлей, да? Так, а что-нибудь он может сделать? Он может взять легендарного снайпера на снайпере. И чисто теоретически перестрелять от барахло. Потому что сейчас он, ну, проигрывает в рейнже, и как бы его арки эти просто запинают. А у этого уже 6-й уровень, он всю карту покрывает. Я думаю, что это ГГ уже для синего. Он тупо не сможет ничего сделать. Фенов добавляет, типа, последняя надежда. Я не знаю, там за щитками все, тут как бы все сдохнет. Блин, гард, конечно, такой классный юнит, когда вот так прокачается.
Так, ну что, фены, ваша задача тут всех убить. Ну, один раунд он выиграет, потом тут возьмет. И то не факт, кстати, что он этот раунд выиграет. Фум, просто. Не, он и этот не выиграет. Потому что клыков много осталось. Лучше бы он лодочки поставил, они хотя бы клыков могли бы позбивать. Хиви армор. Ну, арк 7 левела, там... Сколько? 12 тысяч урона у него. 10 тысяч. 11 почти. А, там элитный специалист. И он делает арту. Братишка, у меня для тебя очень плохие новости. Арта против этого вообще не работает. То есть, тебя сначала убьют все спереди, а потом убьют твою арту. У нее на фэнгах даже щитов нету. Чел даже ПВО не стал брать на этих... На арклайтах своих. Чисто пофигу ему. Просто фенов купил, еще две пачки. На случай. Ну, в замесе глины побеждает тот, кто сразу побеждает. Это почти всегда так. То есть, если вы ставите тех же юнитов, что и противник, вы, скорее всего, проиграете, если вы сразу проигрываете. Просто потому, что вы будете сосать по прокачкам, и как бы... За счет прокачек... За счет дальности, которую он берет с легендарного снайпера. Арк просто вас. Плюс получается там только арки, а тут арки, какие-то снайпера, какая-то арта, еще какая-то чепушня. И все. Вот, что эта арта ему делает? Он стоит там под вышкой, даже не двигается. Просто кукает там все подряд. Фен с дальностью зачем? Не успел даже убить. Еще раунд прожил. Еще один раунд агонии. А он ничего не сделает. Чтобы что-то сделать, надо убить вот этого арка. 7 уровня, в скобочках 8 уровня, у которого 13 тысяч урона и 35 тысяч хп. Который стреляет на пол карты. А тут вот еще один 6 уровня. Короче, тут арк кэрри, а тут всякая фигня помойная. То, что он воспов купил, ну, блин, молодец. Это ему тоже никак не поможет. Он от вышки почти до вышки достреливает с этой фигней. Тысяч урона на. Нанес, кстати, это ошибочный урон. Он явно больше должен был нанести. Ну, кстати, дальность не купил на вышке. А этот купил. Ну, вот ваши осы. Чё, как осы? Не особо, да? Потому что воздух весь дох.
и нету как бы критической массы у вас. Боссы проигрывают клыкам. И он взял еще эту хрен. Господи. Так, ладно, давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот Миранти посмотрим. Так, третий раунд уже я вижу вулкана, да? Тут я вижу фенов, арков. Фены с дальностью. Ну, не знаю. Клыки, а тут что? Сплай специалист. Гигантский специалист. Мне кажется, что этот выиграет. У него хорошо стоит вулкан. Он тут много дел наделает. Все, арк сдох. Опять тут какой-то замес глины. При этом синий уже выигрывает. Значит, он и выиграет, скорее всего. В такой ситуации нет смысла ставить танки, потому что, ну, что сделают ваши танки? Что не сделают? Лодочки он тоже как бы не может поставить. Думаю, их фены снасилуют. Узлы как бы не выйти. Крепость тоже как бы ничего не сделает. Арки стоят некачанные, фены просто с дальностью аутируют. Так. Кстати, зачем он снайперов открыл? Так, что он добрал? Он добрал еще пачку этих, да? Пачку фенов или что? Вулкан с дальностью тут просто порабощает. Кстати, у него фены с дальностью, у этого фены без дальности. Это может порешать. Да, это капец сейчас порешает, потому что сейчас фены эти сдохнут. Красный выиграл раунд. Наверное. Ну, тут сколько клыков осталось? 5, да. Они успеют добить одного фена. Не, не успеют. Опа, танковая линия, топчик, кстати. Так, тут тоже добирается дальность на фенов, чтобы с вражескими фенами лучше сражаться. Кстати, тут более такая интересная... Ой. Ой, нет, ну все. И это все. Здесь клычков не хватает немножечко.
Бум, минус арк. За этой фигни, короче, оверчардж он сейчас проиграет. Потому что теперь он попал в ту же ситуацию, в которой был противник в прошлой игре. Фены синего стреляют, фены красного тупят. Да, вот просто за 5 раундов его делал. Эй, что такое? Давайте вот это еще посмотрим. В целые минуты, господи. Что такое там? Ну чё там, чё там? Ильхаев говорит. Так, чё тут у нас? Ринаса с феном, да? А этот что возьмет? Суплай, наверное, с феном тоже. Либо воздух возьмет. Он воздух тоже крутой. Давайте сейчас сразу поставим на красненького. Сайтика поднимем. Так, ничего себе, пушек. Лол, пушек, фанги и эти самые лайты. Так, стоп, а где его фены? Братишка. А, вот они. Я понял. Ну, мне все понятно. Ладно, пока отойду.
Так, что тут произошло там? Так, синенький выиграл первый раунд. Ну, понятно. Красный явно не ожидал, что его будут пушить. Так, две пачки фенов он добирал на первом раунде, да? Сейчас добрал еще одну тень. А, еще и массовые фены. Блин, это дешевые, короче, фены. Ну, дешевый фен минус 40% к атаке. Это, конечно, не очень приятно. Всего 2000 у него остается, да? То есть надо два выстрела сделать по арклайту, чтобы убить. Вот такое. Две пачки мустангов. Интересное решение. А проблема мустангов в текущем патче в том, что у них атаку снизили еще сильнее. У них 35 атаки на первом уровне. Полная помойка. Они вообще никого не могут убить. Это, наверное, сейчас самый слабый юнит в игре. Он максимально как бы конченый. Никто на синего не ставит. Ну, конечно, мустангов добавил. Нет, мустанги просто помойка. Это реально какой-то... Я не знаю, что с ними сделали. Но их просто в салатину занерфили по урону. Там было 40 с чем-то, 47, по-моему. Стало 35. Как бы лол, что? Просто встает вулкан и пачка кораблей. Фен не грейдится. Вулкан встает, чтобы быстрее этот мусор убивать, потому что тут нету арклайтов. Опа. Ринос выдавился. А чё он продал? Фена продал, да? Ну, блин, никто не будет на синего ставить с этим Риносом конченым, потому что... Чё будет этот Ринос делать? С щиточком своим... Ему даже лень его куда-то двигать, потому что он его продаст следующим раундом. Ну, кстати, не факт, что он вообще до вышки добежит в этом раунде. Уже все сдохло нафиг. Бум, у нас вышка. Бум, минус половина этих самых фенов. Мустангов, точнее. Бум, минус вышка. Бум, минус оставшиеся мустанги. Так, ну и все, у нас тут вулкан, куча тараканов, куча мяса против одного Риноса несчастного. Не успеет он его добить. Да уж, да уж. О, паразитические припасы, кстати, вообще капец топчик. Тот взял ЕМПшечку. Кораблик. Кораблик, я так понимаю, по Ринусу долбить.
А этот взял боеприпасы? Он тоже не взял паразитические боеприпасы? Я не знаю, почему их теперь не рейтят. Как бы, по-моему, абсолютная убийственная комбинация вулкан плюс этот паразитический боеприпас. Постоянно спамишь кораблей. Тут кораблей убивать особо нечем. Крепость. Ну, крепость, кстати, это неплохой ответ. К сожалению, тут уже лодочка. Кстати, я заметил, что на хай-левеле практически уже не ставят ракеты. Раньше довольно часто кто-то ставил ракеты, а сейчас... Сейчас вот так вот играют. Юнитами первого уровня. Я не знаю, мне кажется, крепость тут многого не сделает. Если вообще хоть что-то сделает. Блин, этот дурацкий Ринос залип. Сейчас вышку-то взорвет. Да. Субфлюкс думает, что синенький выиграет. Мне кажется, это чей-то твинк. Фига, он не выиграет, короче, тут. Сейчас вышка еще упадет. Вон, смотрите, мустанги против этих самых, против лодочки. Тупо не могут лодочку прибить, потому что у нее 15 тысяч хп. Просто бред. Я не знаю, что с этим... Зачем этот юнит занерфили так сильно? Теперь лодочки — это как бы проблема. Ну вот что, он ПВОшку будет брать? Он еще и дальность добавил. И еще одна лодочка. Все, три лодочки. Три лодочки, а убивать ее нечем. ПВОшку тут возьмет. Я боюсь, что барьер берет. Я не знаю, ребят, мне кажется, что это, ну, конечно, это последний раунд. Блин, чертов Ринос максимально бесполезен. ГГ пишет. Конечно, ГГ. Ну а чё? Я не знаю, ты какую-то фигню, чел, сделал полную. Там стоит две пачки арты, и тебя дрочат всю игру. А ты пачку фангов ставишь. В лодочку и вулкана. Как бы чё, вот тут стоит три лодки уже, тебе надо их как-то убить, но очевидно, что мустанги их никогда не убьют. То есть это невозможно. Тут стоит арта, наяривает. Все сдохло уже. Тут вот полторы пачки этих мустангов стоит, они даже наполовину его не пробили. Просто, я не знаю, какое-то избиение. Бум-бум-бум. За 5 раундов ушатал. Чё, дали мне инсайта?
Ну, 200 гирик инсайт, отлично. Давайте на Лула еще посмотрим и на этом закончим, наверное. Посмотрим, во что Лул сейчас играет. Шары сейчас не актуальны, потому что фенов что-то поапали, я смотрю, просто в хламину. И они эти шары пух-пух-пух распинывают. О, быстрый специалист, Фенги с Леджи. Шары сейчас просто не играют. Все берут много-много клыков, как бы шары против клыков бесполезные. Против крепостей они тоже так себе. Так, Лул пошел пушить. Молодец какой. Не, слушайте. Я рискну. Давайте на Лула все зальем. Лул хорош в пуше. Он сделал много клыков, танков. А там... Черт, там арта и арклайты. Ой, что там? Суплай против быстрого. Ну, так-то... Ну, все зависит от того, придут ли карты на танки. Если придут, то зашибись. Если не придут, то это ГГ. Так, вышечки падают. Первый раунд за Лулом. Интересная игра намечается. Так, Ринос. Ну понятно, Ринос. Конечно, Ринос. Так, каких юнитов доберет Лул? Ему нужны... Две пачки мустангов. Ага. Чтобы убивать вот эти клыки... Ну, поехали. Он, кстати, сейчас танки сюда поставят. Лулчик. Так, ну нормально, арки сдохли. Все отлично. Так, сейчас обе вышки упадут. Так, неплохо. Так. Слушайте, ну походу Лул это выигрывает. Да, он это выигрывает. Так, Heavy Armor. Это, кстати, топчик. Так, ну арта продается. Да, да, добавляются танки по краям, чтобы
чтобы фэнги давили эту фигню. Добавляется еще две пачки мустангов. Сейчас он... Так, а куда он деньги-то потратился? Я что-то пропустил. А он поставил две пачки тангов и пачку клыков. А мустанги куда встали? Перед вышкой, да? Ну... Короче, сейчас на танке он доберет армор и все. И конец. А, тут нет армора на танк. Ничего себе. Ну вот это мустанги в текущем патче перед вами. Тупо мусор. Угу, деплоймент специалист. Плюс 100 к атаке. Добираются хардскера последней надежды. Но первого левела. Тут берется радиус. Братишка. Сейчас тебя это самое. За хардскеров накажут. Тот уже обе арты, кстати, продал бесполезные свои. Так, ну все, хакер умер. Бум, вышка упала. Тоже вышка упала. Хакер первого левела не тащит. Катки. Так, тут кровли. Классический пуш фэнги плюс какая-то хрень. Что делать, непонятно. Очень сильный, говорит, пуш. Пуш вообще огонь. Сейчас он еще возьмет это самое. Так, ну все, хакеры второго левела, три штуки. Это очень опасно для Луля. Ему обязательно нужны какие-то юниты со щитами. Типа какие-то условные крепости, что-то еще. Иначе хакеры ему сейчас всю игру сломают. Он еще по своим юнитам, блин, попал этой ЕМПшкой. Ему надо его, ее было вот сюда чуть ставить, подальше. Ой. Не, хакер не успеет. Ему не хватит. Тут уже все сдохло. ГГ. Нет! 40 осталось! 40! Тот берет АУЕшку на мустангах, и теперь он начнет нормально убивать клыков. Возможно, тут надо было брать ту самую, как ее зовут-то. Кстати, тот продал танки. Это очень хороший ход. Главное, чтобы он не забыл про Риноса. Он забыл про Риноса, короче. Ой-ой.
Ну, кажется, это начало конца. Ринаса надо было к себе ставить. Потому что этого Ринаса сейчас этот проклятый хакер за это самое захатерит. А, нет, все нормально, все. Господи, не забыл. Я думаю, не выиграет уже все. Ну все, тут уже крит масса этих хакеров с эти самые с мустангами этими накопилось, и все. Уже ничего не сделать. 40 хп не хватило, понимаете, ребят? 40 хп, вот буквально. Буквально там десяток лишних клыков выживает. То есть, ну нажми ты вот на плюс 200. А. Слушайте, это хрень? Да! А там есть армор? Да! Ну, чел-то тоже прошаренный. Видишь, он прошаренный, а. Но эти мелты, это, конечно, топчик. Да, ну все. Лульчик это зашпынял. Красава. Ну вот, вот это проблема мустангов против оверлорда в текущей мете. Полная, полная помойка, а не юнит. Вон они сагрились на это, на лодочку. И пытаются ее пробречь, конечно же, ничего не получается. Очень близко. Да. Лульчик затащил. Красава. Еще инсайт сюда. Давайте посмотрим еще одну игру. Не, вот это вот классная была, мне очень понравилась танки Фэнги в... То есть он законтрил танки хакерами. Он законтрил Фэнги мустангами, но у него не осталось юнитов, которые могли бы убить оверлордов. С армором. Из-за того, что он взял эту самую АОЕшку на мустангов, даже если бы он взял воздушную специализацию, они все равно бы наносили 0 урона этим оверлордам. Короче, вот эта проблема мустангов в текущем патче. Они не могут пробивать оверлордов вообще никак. Они вообще никакой бронированный юнит не могут никак пробивать. Даже с третьим уровнем, сколько у них там с третьим уровнем... 97, они бьют по броне первого левела, минус 80. Они эту лодочку будут убивать целую вечность. Лодочка, скорее всего, всех первого уровня убьет, вообще всех. А если там АОЕшка взята, то урон падает вообще до неприличного значения и просто ничего не сделать.
Так, что тут есть? Гигантский специалист. Фенги и штормы. Можно разыграть фенги плюс что-то. Ну, видимо, тут и будут фенги плюс что-то. А здесь чего? 5 ринос. Так, тут опять какой-то гомо-пуш. Ага. Мне кажется, красноволосый в кильте немножечко, да? Так, ну арта ставится так, чтобы ее продать, потому что нахрен она никому не нужна, эта арта. Но синего читают. Синего прочитали. Мне кажется, что красный выиграет. Ой, сейчас солью весь инсайт. Надо было чуть-чуть подальше ему поставить. А, она в эту фигню, в эту... Тараканов сейчас будет бить. А это будет варка бить, да? Плеер на синего ставит. Плеер уже весь инсайт свой слил сегодня. Проиграл. Мне кажется, 2 арка и 4 фена убьют там все вот это оставшееся. Да. Ну, если красные не нафейлят как-то по-жесткому, капец как, то тут просто без шансов. Красноволосый тильтует. Ну, его Лул убил какой-то гомостраткой своей через фенги плюс эти самые танки. Тот почти отбился. Так, ну вот, лодочка пошла. Сюда, где фенов нету. И... Так, а этот что делает? Блин, вот такая вот расстановка мне не нравится. Она, конечно, конченая немножко. А, тут быстрая телепортация. Ну так это фены в гузло. Алло. А, прочитано. Прочитано. Так, жуки, жуки. И на 100 монеток мы что возьмем? Лучше всего, наверное, девчик взять. Сколько? 131, 261. С девчиком не пробьют. За 2 удара. Ну ладно. Ум, минус все жуки. Но лодочка. Лодочка, конечно, делов наделает. Но тут 4 фена осталось, как бы. Пофигу, наверное, на эту лодочку. Че под дебафчиком сейчас пойдет. Да, все, вафли лодочки. Не, этот, ну, в тильте. Он не выиграет. Тут уже Ринос. С костой еще и, блин, это просто жесть.
Так, тут встает вулкан. Ну, понятно. Челику нужно фенов поставить. Кстати, тут он зря, наверное, встает. Ну вот это вот капец, зря. Не, мне кажется, что... И берется армор, чтобы с двух тычек не убивали, а он убивал. Тут берется джамп драйв, чтобы... Ага. Чтобы что? Чтобы сюда залезть, да? И эта фигня, чтобы он не мог прикрыть. Угу. Угу. Бум, минус арта. Ой, лодочка F. Все. Ну все, тут уже максимальный тильт. Поплыл красноволосый. Переиграл в эту игру. Его просто уничтожают, короче, разводят по всей карте. Быстрый специалист. Интересный выбор. Ну, сюда надо жучков поставить. Чтобы они тоже реплицировались. Так. Мельта. Воу-воу-воу-воу. Какая мельта? Ты еще делаешь? Так, карта продается, а тут что продается? Слушай, а он успеет этой мельтой что-то сделать-то? У меня что-то есть сомнения. Мне кажется, фенов не хватает немножечко. А что он добрал? Так, жуки в гузло. Ну, это так себе. Лучше бы он здесь жуков поставил. Угу. Проклятая мельта предательская, ты вдохла ни за что. Жуки уже заходят в гузло. Нет, что ты. Жуки жрут вулкана и реплицируются. Еще какого-то снайпера поставил, непонятно зачем. Ничего себе. А как это произошло? Я не понял, а как фены не убили всю эту помойку? Что происходит вообще? А что теперь с мельтой делать? Неужели красноволосый взял себя в руку и в руки, и, короче, не собирается теперь проигрывать всяким гумостраткам.
А, это на вулкане он взял этот призыв этой ерунды. Господи, я-то думаю, что за фигня? Алло. Так, что тут у нас? Так, и что делать? Вообще, для синего это критический раунд, ему нужно кредит брать. Обязательно. Эту фигню он в мельту ставит. Ну, мельта 95 тысяч хп. ГГ пишет. Красный. Проиграл, что ли? А, лодочка в гузло. И мельта с хилкой, с репер-китом. А тут еще 550. А че он этих не загрейдит, алло? А он че взял Джавелину? Блин, лучше бы он Джавелину куда-то сюда кинул, ей-богу. Кредит возьми, возьми дальность. Ой, глупышка. Ну тут с виду разнос просто. Я, кстати, не знаю, он сможет вообще с этой смельтой-то справиться. Ну, наверное, под дебафом. Разнесет его как-нибудь этими. Да, разнесет. Че, лодочка, правда, приплыла. Да уж. Запушено. Интересный пуш. Мне очень понравился от господина Б. Ладно, ребят, всем спасибо. Пока-пока. Че, увидимся.